В Одинцовском волейбольном спортивно-зрелищном комплексе состоялся традиционный ежегодный открытый фестиваль спорта Одинцовского городского округа для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В программу вошли соревнования по различным видам адаптивной физкультуры. Среди участников были представители спортклуба «Одинец» и трех спецшкол для детей с ОВЗ – Одинцовских «Надежды и гармонии» и Старогородковской школы-интерната имени Фурагиной. В рамках фестиваля прошел турнир по голболу – это разновидность футбола для людей с нарушениями зрения. Спортсмены из клуба «Одинец» в непростой борьбе завоевали серебряные награды, пропустив вперед команду «Авангард» из Мытищ.